Художественное отделение Школы искусств «Классика» – одно из лучших в регионе. Ребята – многократные лауреаты областных и международных конкурсов. Их работы высоко оценивают мастера. Многие выпускники после окончания школы поступают в профильные вузы и становятся художниками или архитекторами. У нас команда педагогов очень такая сильная. То есть у нас преподаватели после Суриковки, после областного института. То есть у нас у всех имеется художественное образование. Есть члены союзов художников. То есть коллектив школы сильный. И самое главное, что педагоги, они объединены одной целью. Живопись для воспитанников отделения – это целый мир. Свои чувства и мысли они переносят на холст. Отразить то или иное настроение помогают краски. Меня вообще всю жизнь привлекало искусство, творчество, музыка, рисование, танцы. Но все-таки рисование как бы для меня является профилирующим предметом. И я в 7 классе решила связать свою жизнь с этим. Начала пробовать, пытаться. Поступила довольно поздно, но тем не менее сейчас я уже на уровне со своими сверстниками. Рисую, хочу стать художником все-таки в будущем. Я бы хотел сказать огромное спасибо за то, что обучают нас, потому что это интересно и очень нужно для людей, которые все-таки хотят связывать свою жизнь с творчеством и с художествами. Во-первых, взгляды на жизнь меняются очень сильно после, вот сравнивать, если людей обычных и рисующих людей, у них во всем можно увидеть красоту, вне зависимости от того, что это пол, небо, картина или что-либо еще. У школы искусств нет своего выставочного пространства, поэтому возможность провести большую выставку работ юных художников очень ценна для педагогов и учеников. Вот это наша вторая выставка. Она не посвящена ничему, это просто труд наших академических изысканий, так скажем. Это то, чем мы занимаемся в школе, мы решили показать. Если в прошлый раз мы выставлялись, вернее, у нас была ретроспективная выставка, там были и выпускники, и те, кто у нас давно закончил, а сейчас это работы тех детей, которые сейчас непосредственно учатся у нас в школе. Ну, на самом деле, я даже очень рад тому, что есть выставки, которые от нашей школы. Это правда интересно. Ходи посмотреть, попали ли работы твоих знакомых, друзей. Можешь оценить свои силы, разглядев чужие работы или понять, чего тебе не хватает. Для меня, в принципе, это, наверное, первый шаг во взрослую жизнь творческого человека, потому что я знаю, что выставки будут преследовать меня на протяжении всей жизни, если я собираюсь с этим свою жизнь связать, и нужно уже с чего-то начинать, поэтому вот мои пока первые шаги. Выставка открыта для всех, посетить ее может любой желающий. Работы разного уровня, подготовки, мастерства, но каждая пропитана любовью к искусству. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».